Доброго времени суток, дорогие подписчики, с вами канал CryptoxBlog, и сегодня мы поговорим о проекте под названием Safe. Сейчас защита собственности в цифровом мире является первоочередной задачей. Количество краж собственности любого типа, от материальной до интеллектуальной, возрастает с каждым днем. Что предпринять для ее защиты? Воспользоваться возможностями платформы Safe. Что это такое? Сейчас это единственная в мире база данных, созданная с помощью блокчейна для того, чтобы регистрировать и идентифицировать похищенные и утерянные предметы. Платформа доступна каждому желающему, достаточно только пройти регистрацию и начать поиски. Что может быть собственностью? Да практически все. От электронных устройств, ювелирных изделий, коллекций и до документов, оборудования, машины. В общем, любые предметы, которые имеют ценность для их собственников. Фактически, платформа является глобальной сетью, которая создана на блокчейне, предназначенная для регистрации, поиска, проверки, идентифицирования украденной собственности. Специальная технология, которая была использована при ее создании, имеет несколько приложений, таких как проверка статуса собственности элементов, предотвращение пиратства продукта и подтверждение подлинности объектов. Каковы главные особенности платформы? Она создана в виде приложения с очень простым интерфейсом. Благодаря ему каждый пользователь может выполнять целый комплекс функций. Это и анонимная регистрация имущества и прочих объектов сети. Он может сообщить о том, что совершена кража или потеря, причем в режиме онлайн. Также можно сделать похищенные изделия узнаваемыми для всех. Проверить или идентифицировать найденный и предлагаемый товар. Интересная особенность платформы – это то, что можно получать награду за то, что найдены и возвращены предметы их собственнику. Чем больше будет найдено потерянных или украденных вещей, тем больше будет вознаграждение. В качестве награды выступает криптовалюта. Почему еще важна платформа? Каждый из нас, кто покупает товары в сети, не знает, они настоящие, или это качественная подделка, или кем-то были украдены, а теперь продаются. Так вот, платформа и дает всем нам возможность знать, действительно ли это так или нет. Конечно, никто не станет сейчас заниматься поиском украденного просто так, поэтому и предлагается криптовалюта в качестве материального стимула. Как работает проект? Safe имеет несколько вариантов. Один из них – портативный трекер Safe, имеющий несколько приложений. Также есть Safe Pet Tracker, удобный браслет для отслеживания кошек и собак. Трекер багажа Safe. Им лучше всего пользоваться тем, кто постоянно в разъездах или путешествует. Пользователю надо пройти регистрацию. Для этого надо оформить ее через вход в приложение. Можно воспользоваться аккаунтом Facebook или своей почтой Google. У пользователя есть приложение, которое позволяет ему искать предметы. Вводится идентификационный номер объекта, который надо отыскать. Пользователь может и сообщить о пропаже вещей. Чтобы хранить предметы в системе, надо в приложении ввести их уникальный номер, и он сразу же окажется в базе данных. Все уникальные характеристики предметов сохраняются в цепочке блокчейна, и каждый из пользователей может всегда проверить их. Сеть снабжена устройствами, позволяющими отслеживать и позиционировать предметы, использующие технологии GPS, GSM, AirFit и NFC. Есть еще и трекеры Safe. Они могут быть использованы для аутентификации объектов. Пользователям предлагается для проверки подделок поднести к вещи смартфон и посмотреть, соответствует ли он сигналу компании-производителя. А благодаря новому веб-приложению пользователи могут легко отыскать, отследить и аутентифицировать свои активы. Разработан и специальный Safe Sticker. В нем есть специальный идентификатор, содержащий все сведения о владельце. Если наклеить его на вещь, то потом можно узнать с помощью смартфона, кто его владелец. Его можно приобрести в интернет-магазине проекта. В проекте действует еще и токен Safe.
Он основан на стандарте ERC-20, может работать с разнообразными смарт-контрактами. Сейчас токены уже торгуют на децентрализованной бирже Uniswap, позволяющей каждому из пользователей обменивать токены SAFE на альткоин Ethereum. Итоги обзора SAFE. Сейчас у проекта нет конкурентов. Разработчики не стали создавать очередную платформу, которая предназначена только для торговых операций. Они выбрали другую нишу – борьба с контрабандой и помощь собственникам, у которых украли вещи. Могу сказать, что проект SAFE способен быстро стать популярным во всем мире. Почему? Причина в том, что кража любого вида собственности сейчас стала очень популярной среди злоумышленников, и бороться с этим особого желания у силовых структур нет. Вот на себя и взял эту функцию SAFE, принося пользу тем, кто получил украденную собственность обратно, и помогая заработать криптовалюту пользователям, занимающимся розыском похищенных вещей. Насчет токена. Стоимость его также будет повышаться по мере продвижения платформы. Могу с уверенностью сказать, что платформа SAFE будет работать очень долго, в отличие от широко разрекламированных проектов, которые уже исчезли. Комьюнити проекта растет, и если хотите присоединиться к нему, то сейчас самое время. Зарабатывайте криптовалюту, помогая другим найти их похищенную собственность. А с вами был канал CryptoxBlog. Благодарю за внимание. До новых встреч!